общаться. Короче, я не пойму, то ли это транс, то ли не транс. Вроде это не транс. Я случайно, короче, тэпнулся к бабе, прикинь, вообще случайно. К девчонке в игре случайно. У нее нулевой айдишник, и она, короче, в постели спит. Полуголая. Тэпнись по-братски, она ТГС выдала. Ой, не тэпнись, точнее, забей в телеграме, попробуй пообщаться. Вроде не транс, там, типа, я на мефа, как-то так. Она тебе пишет, такое ощущение, как будто ты просто это все хочешь, чтобы закадрить меня. Спроси, почему я на мефедрон. Привет, это я писал. Напиши вот так, типа, общайся. А ты знаешь, кто я? Все, контрольный вопрос, сколько лет? И валим к Диме. 14, я же сказал, 14. Круто, если выиграешь, можно родителям отдать до совершеннолетия. Она говорит, вообще, я промик отыгрываю, тикеты же ловить надо, то там несколько минут, пока. Все, гота 266. А я бы хотел папе подарить. Ну, молодец, круто. Ой, в Дморган, нормально, 226, наверное. Возген Мамелов, да. Тебя что, бахнули, что ли, убили тебя? Да, ёбнули, сука, читак ёбнул. Ты ёперный театр, вот шляпа. А какой у него айдишник, не знаешь? Да я не видел. Я... Быстро всё было. Это, короче, блин, прикинь, реально тэпнулся к девчонке случайно. Она просто в квартире полуголая спит. Я случайно вообще к ней тэпнулся. Одна причем. Я там давай попробовать пообщаться, ну, короче, вот, пообщался. Так ну, она да. Что-то, она ГЧ говорила что-то? Слушай, ну это, короче, все, это реальная девчонка, но ей 14 лет. Такой расклад. То есть, то есть, короче, отбой, да? Ну, короче, как бы да, отбой. Все, нефиг, отбой. Вот. Ну, короче, ну нет, сам факт прикольный получился, что я случайно тэпаюсь, она там валяется на кровати, попой кверху. ВК проверил то, что я тебе кидал? Так я уже вел. Ну, работает? Да, вот я же скину в твоем скине. Ну, а раз работает, значит, я чуваку капец как много там накидал. И надо тут имя этого чувака. В Дискорде что пытается зайти, но он не может. Просто ВК мне пусть напишет. Сейчас Гаврик тебе скинет на его ВК и все. Давай, давай. Ну, скинь мне в ТГ его ВК скинь. Хорошо. Что так, Паш? Бля, вот тип угорает просто. А где эта курва, блядь? А, вот он, пидос. Пидос. Пидос, блядь. Сука, кикнула, блядь, меня еще из этого гандона. Как он, сука, взял вертолет, а? Говно, блядь. Где ты, нахуй? Сука. Пидорас ебучий, блядь. В этот ролик можно назвать бомблю от читака. Читак, естественно, ты смотришь. Ну, знаешь, что ты пидорас. Где этот читок, ебать? Это самое. И айдишники надо, чтобы я видел айдишники. Из-за того, что айди его не вижу. Айди над игроками. Он поджидает где-то здесь, этот читак. Вон он, блядь. Нету его. Это он? Вот сейчас реально самое то ставить страшную музыку. Какой-нибудь Silent Hill, я не знаю. Просто тачка сама пошатнулась. Поехала. Вертолет стоит один-одинёшенько. Просто этот читак, как какой-то жесткое привидение. Просто охотник. Мощный охотник за мной. Это кто? Вот он, арменчик, значит. А чё я не вижу? Стой. Дим, ты? Прием. Еще раз, Паш. Блин, я не вижу ники над игроками, это хреново. Так, МН, зайди. Я бы давно бы этого читака бы уже забанил. МН на стройке. Все, сделал. Просто я, блин... Ой, ладно, из-за этого два раза в игру перезаходил читак, зараза. Он по-любому еще на стриме, по-любому угорает. Ну, красиво делает, красиво. Хоть и чертеныш, блин.
зараза такой. Да это похуй, да я внимание пытаюсь привлечь, забей хуй на него. Да угарно, угарно. Я бы, блядь, ты не знаешь, как я на одном проекте, блядь, был жестким автобусником, как там всех херачил. Я таких чертников понимаю. Я представляю. Чё, один степень? А, одежду даёшь? Тогда, чтобы розыгрыш там с гвардией сделать. Да, да, оставляй. Вот, кстати, блин, а странно, почему один уже использованный? Ну, походу, все. Догадался кто-то. Потому что этого не, ну, не может быть, такая тема. Павлик Непел. Вон, 375 хп 0, дай ему. А, это этот читер? Да, хорош. Да, да. Павлик Непел. Да ладно, не буду я ему хп давать, пускай живет. Он просто хочет, хочет быть ближе. Как тебя зовут, дружище? Как тебя зовут, эй? О, красава. Против админов топит. Ну, мы тоже топим против некоторых админов. Ну, правда, на 12-м вроде нет таковых. На 4-м были какие-то не очень хорошие. Я уже забыл, как их зовут. Помнишь, давным-давно было? Дим, я уже забыл эту историю. Ясно. Оп. Тут, короче, Паш, это... Слетел. Чат пишет. Че? Надо Ковалю передать, что пацаны, ну, большинство людей не может сделать телеграм-канал. А я не знаю, с чем связано, типа, ну, уже никак не переделаешь конкурс, типа, конкурс начался, все почему-то могут, а некоторые не могут, уже никто... Ну, у меня такая же проблема просто, реально. Что ты не можешь привязать аккаунт к Телеграму? Да, я просто смотри, как все получается. Так у тебя, блядь, проблема какая, ты не хочешь гелик выиграть чисто по понятиям, или ты привязать не можешь? Да нихуя, не в этом дело. Не в этом дело. Это самая любимая тачка в твоем автопарке, на самом деле. Так и в чем дело-то, ёб твой девиз, что ты телеграм, походу, привязать не можешь. Вот в чем дело, ёб. Ладно, короче, а как это делается? Почему ты не можешь? Я смотри, что делаю. Я нажимаю на авторизироваться. Ввожу номер, мне приходит смс-ка в телеграм-канал. Я подтверждаю, все, после этого ничего не происходит. Yes. Я остался на сайте. Ну, Данил Уско, огромный салам. Привет тебе, братуха. Давай, не шали, а то тебя по IP забанят, блин, и через основу не поиграешь. Как бы по IP-то легко там выбраться, но бывает и хуже. Короче, ладно, это самое. Чё хотел-то? Так. Ну, передам, хорошо, передам. А зачем вообще телеграм нужно привязывать? Чтобы достоверность человека узнать, да? Ну, типа, да, и это как основной ключ к двери. Без него ты никак не можешь участвовать. Ну да. Ну чё, погнали. Погнали. Это, можешь человека тэпнуть, Гаврика? Примешь его себе банду? 2-4-4-1. Бинч, семья, бинч. И ранг. И ранг еще выдать. Все, сделал, готово. Все, да, да. Огонь. Че, поехали, Дим, покажешь что-нибудь там крутое с обновой. Погнали моих этих скинов. Скинов можешь показать моих? Ну, один, правда, в этом, в боксе, да, я его, ну, не смогу. Я убить. Тебе на 4-м только могу показать. А ты что, выбил его? Нет, у меня там команды. А, понял, понял. Ну, давай здесь тогда что-нибудь интересное покажешь. Погнали. Просто нам в любом случае бы хорошо было бы за 4-й зайти, чтобы ты за дом заплатил. И это, можешь Максу написать по поводу дома на 12-м за 1.5? Получится, не получится? Давай, давай, напишу. А нет, ты сейчас не поедешь. Че, Дим, давай делай какую-нибудь тачку. Поехали. А мы никак не сделали. Нам, блядь... Короче, на флай вылетай на улицу, потому что у нас сейчас баг в Нацгвардии, мы ворота никак не можем открыть. Слышь, это прям троллит жестко. А тебя что, забанили, что ли, или нет, Паш? Да? А как ты себя разбанил? Или ты нового как-то? Павлик, не Пельчик. А, ну да, ты дома нового, короче, замутил. Ну, красав. А чего он тебе в натуре по айпишнику не даст красивого? Там-то, понятно, можно эти IP... IP можно менять, вопросов нет, но еще по-другому можно. Давай. Основу в бане. Давай основу забаним. Ой, разбаним, точнее.
смотри, вон люди проехать не могут здорово. Привет. Это самое. Че, наверное, к морю прогуляемся, пройдемся, там посидим, поговорим. Там, в принципе, на пару слов. Ты не сильно торопишься? Нет, давай. Много времени не займу. Погнали, ну. Сейчас.